Блин, что это такое? Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале. И сегодня я снимаю интересное очень видео. Я надеюсь, оно будет интересным и крутым. Мам, я опять снимаю. На горячем? Ну, почти. Садись. Короче, садись. Сегодня я не хочу участвовать видео в пранках. Смотри. Нет, я лучше буду участвовать, чем потом не участвовать. Короче, ребята, сегодня будет интересное видео, какое узнаете прямо сейчас. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Посмотрите, там внизу есть такая красная кнопка. Можно я тоже подпишусь? Я тоже не знаю, какое видео будет. Давай, подписывай. И ставьте лайки, если вам понравится это видео. Я надеюсь, оно вам понравится. Смотри, что у меня есть. Маска для сна. Давай будем так спать? Да, конечно. Ура! Короче, смотри. Хочешь, чтобы я сегодня над тобой вообще пранков не делала? Вообще? Молюсь на это. Хочу. Все, я даю 100% гарантию того, что сегодня пранков не будет при одном условии. При каком? Сейчас на Юзефа. Мы спорим. Опять на Юзефа? Послушай, Юзефа. Ну послушай. Нет. Если ты проигрываешь, ты 24 часа носишь маску. В смысле маску? 24 часа с закрытыми глазами. Я буду тебе помогать. Все. А если ты проигрываешь, что ты хочешь? Да. Только. Легко. Да, ну ёлки-палки, ну сколько можно, Лиза? Ребята, да! Ребята, я сейф. Блин, всё, не, Лиза, я спаслась. Да, да, Лиза, одевай я не маску. Хочу. Лиз. Ты сама сказала то, что будешь. И сегодня, смотри, я пранков Лиз не делаю, ты просто одеваешь маску и 24 часа ходишь. Ну мы же в кинотеатр собираемся. Будешь в кинотеатре с закрытыми глазами. Замечательно, в кинотеатре с закрытыми глазами. Окей, ну в кинотеатре разрешим. Короче, и хочешь прикол? Короче, мама должна 24 часа ходить с закрытыми глазами. Не прыгай на кровать. Единственное исключение, ты можешь смотреть фильм. То есть ты пришла, села. Нет, это не будет единственным исключением, потому что я буду за рулем. Папу позовем. Я поведу, хочешь? Не, Лиз, безопасность превыше всего. Ладно, и когда едешь, и все. Да, когда я за рулем, ну и фильм, понятное дело, да? Мам, а представляешь, ты просто будешь весь день в маске и будешь фильм смотреть просто в маске. Офигенно, просто все смотрят и слушают. Мы, я, если что, тебе на ушко буду говорить, что там происходит. Да? А я буду слушать, понимать и представлять то, что ты мне расскажешь. Да? Ладно, отлично. Давай. Так нет, мам, ты только по звуковым эффектам из кинотеатра будешь представлять себе, что же так, подождите, ну так нам же уже собираться надо. Короче, выбирай, что будешь одевать. Не, нормально, а как я могу выбрать то, что я буду? Ну не знаю, давай. Мы тебе выберем. Сейчас оденешь папе на шоу. О, хороший выбор, вот это первое. Хороший выбор. Не на ощупь. Так это... О, это моя юбка. Да, юбка. Так. Все, ты ее выбираешь? Да, я ее выбираю. Блин, я вообще не понимаю, что это такое. Я вообще не понимаю, что... А, это юбка. Юбка у меня уже есть. Ты вот это, да, хочешь выбрать? Или что ты хочешь выбрать? Не, я лучше рубашку. Одену я в рубашке уверена. Я хоть рубашку да задом наперед не одену. Ну, хорошо, хорошо. Да, одевай. Так, ну... Правильно, да. Почти застегнула. Да, ну прикольно, да, класс. Классный лук. Так, а это папина рубашка. Я... Держи расческу. Спасибо. Себе ладно такую расческу один. Не, я так не буду, я так не могу. Как не можешь? Я соберу. Ну, можешь собрать. Блин, Лиз, мне мешает. Ну, я не виновата. Нет, мама, нет, не смотри, не смотри, я не снимай. Я не снимаю и не смотрю. Мне надо взять... Блин, я тебя боюсь. Я не буду с тобой играть. Так, хорошо. Иди, заходи. Где лежит штора? Угу, ищи. Так, это кофта. Мама, быстрей. А где она? Ну, перед тобой прям лежит. Нету перед тобой. Лань, Лиз, ты нормально? А где она? Блин. Беру, конечно, но так, чтобы не помять. Так, я уже почти это освоила. Пошли, давай, идешь дальше. Иди дальше, не бойся. Не бойся, не бойся. Меня. Прямо, четко прямо. Четко прямо, просто там коридор маленький. Аккуратно не стукнись об тумбочку. Чуть-чуть левее. Правее, да. Нормально, нормально. Садись. Ну, выбирай теперь, мам, слышишь? Теперь обувь выбирай. Что хочешь взять? Вот это? Покажи твой выбор. Да нет, блин, это папины. Да. А еще это кроксы были. Нет, это я не хочу.
О, вот мои резинки. Блин, я не могу одной рукой. Ну так я положи что. Я положу, она потом съедется. Нет, не мне. Не мои. Твои. Смотри, блин, как ты отдела, да. Я угол перепутала. Так. Так, итак, главная задача найти... О, все, супер. Пошли. Интересно, как ты будешь закрывать двери? Блин. Помочь? Нет? О, как? Я не понимаю, как ты это сделала? Потому что, Лиза, тело помнит все движения. Окей, давай теперь посмотрим, как ты будешь идти. Я тебе помогать не буду. Нет, оттуда разгон ключи. Ты так странно идешь. Пока, пока, пока. Это на театре. Вау! Как? Мам, с первого раза. Все, 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 не трогай. Все, 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 супер. Ага, почти, да. О! Порог. Блин, что это такое? На каком-то этаже. Да, мы не на первом. Давай, заходи обратно, давай, давай. Давай, заходи. Блин, как мне же, мне страшно. Блин, ребят, поможете маму вывести? Аккуратно порог. Все, ты переступила, супер. Все, вот ступеньки я боюсь. Ну. Дальше, дальше. Что дальше? Руку дальше. Все, вот левая нога ступенька. Ой, капец. Говорите, как ступенька? Нету ступеньки, все. А где машина? О-о-о! Я не знаю. Сама ищи. Уху, ты нашла машину, открывай. Так, а где же ручка? Это не наша. Там кнопки нет. Сейчас бы сигнализация была, мам. Блин, какая же это машина? Ну, подскажите, какой цвет машины? Белый. Возможно, наш? Возможно. Белый. Мы не знаем. Наша. Наша? Воу! Я снимаю. Давай, вот теперь снимай. Как тебе ощущение первой маски? Воу. Блин, это вообще просто круто. Вообще, мне прямо аж голова вот так кругом ходит. А, это машина? Да. Прикиньте, я вообще думала, что я на дороге в кого-то впиликалась. Короче, ребят, пока что пранк реально получается очень прикольным, так милым и классным. И, ребят, честно, мы сделали такое исключение, два исключения. Мама открывает глаза на дороге, потому что... Не открывает глаза, а не закрывает глаза на дороге. Да, потому что с целями безопасности. Не, ну это вообще нельзя. Лиза! Блин, нормально вообще. Да тебе идет, реально. Да я папе, это папина рубашка. Ну тебе идет. Блин, капец вообще. Короче, ребят, мы сейчас едем. Мама сняла маску, пока она едет и пока будет в кинотеатре. Подпишись, подпишись. Подписывайся на мой канал. Подпишись на мой канал. Подпишись, подпишись. Ты с стороны с капота. Привет, папа. Привет, а что ты в моей рубашке? Ну, я так оделась. Я не знала, что я одеваю. А дети не сказали, что я одеваю. Одежда закончилась или что? Да, папочка, ну ты понимаешь, что тебе нужно меня вести. Ты забавно выглядишь сейчас, честно. Да. Веди, пожалуйста, меня. А тебе не давит? Веди меня в кинотеатр. Мы успеваем, не переживай. Давай. Кто это был? Это я. Я тебя хвастик красиво покажу. Вот сейчас будет самое интересное. Ты сделала это, мама. Это было мам, ты сама себе выберешь напиток,
и ты не будешь видеть, какой это. У нас время есть? Напитки выбирают. Да, пошли. Давай. Что, я тебе доверяю полностью. Все, осторожно, подведи. Можешь пообщаться, стой. Открывай глаза, можешь пообщаться. Блин. Поехали дальше. Ты хочешь это? Большое. Хочешь это? Нет, оно холодное. Тяжелое. Ладно, я тебе пиво предлагаю. Не, не надо, пиво не предлагаю. Что там есть что-то? Тут большая полка перед тобой, только аккуратно. Можно вверх, можно вниз, только аккуратно. Очень аккуратно, пожалуйста. Да, а ну, осторожно, отойди. Ты догадалась, что это пример? Это стекло. Да. Не, это вино. Все, идем дальше. Ничего не трогай, ничего не разбей. Соки в пластиковых бутылках? Ну, сандора, вот эти. Нет, давайте мне что-нибудь там, где маленькие. Лизка, Лиз, о, а можешь? Все, я вот это. Хорошо. Можно? Давай. Да. Выбрала, смотри, сок. Сок выбрал, нормальный? Да. Очень, очень. Ребята, у нас фильм, я переживаю, что мы не успеем. Давайте себе и побежали. Давайте, ребятки, берите, мы погнали. Пап, так а может там купим? Лиз. Рама, иди сюда, мама, иди сюда, мам, иди сюда. Нет, мама, в другую сторону, мам, сюда. Мам, назад иди, не в ту сторону идёшь. Мам, назад иди. Мам, это не я. Ребят, мы опоздаем на фильм, вы понимаете? Это был живчик. Ты поняла, где это? Рукой потрогал. Вы меня на кассе привели. Да. Девушка, не толкайтесь. Я сама только буду. Девушка, я за все буду расплачиваться. И тебе дали супермиссию, ты будешь за всех расплачиваться, это будет жестко. Только вам надо будет тогда проверять. Ага, маме хватит. Все, мам. Хватит? Да, тебе хватит. Ну иди вперед, ну что ж ты стоишь-то, а? Я скажу, когда руку. Бонусная карточка есть? Не, нет. 72.05. Хватит? За 10 рыб. Хватит? Да, спасибо. Мам, потому что это... А напиток забираешь свой? Да. А где он? Забирай напиток свой. Забирай. Чуть-чуть ближе. Вот. Вот этот бери. А вот дальше тяни. Да, нет, вот этот. Мам. Это реально угарно. Давай, шагай. Ну, налево. Ну не спеши. Возле попкорна, то есть. Мне супер сыр. 4 супер сыра. Не самый маленький, но не самый большой. Красный, да. Ну что, милая, готов деньги? Не. Ты попробуй, тебе нравится вот этот? Да, значит. Да. Тебе этот вкус сейчас, нравится? Подожди. Просто это типа суперсет. Сейчас, я денежку. Ну попробуй, возьми. Спасибо. Забирайте. Все, открывай. Лиза, Лиз. Где? Пустота. Забираю Лиски. Пошли, мама, как тебе вообще фильм понравился? Ну, слушать очень понравилось. Ну, слушать, да. Просто безумно понравилось слушать фильм. Так, Лизонечка, только, пожалуйста, аккуратно. Что ты делаешь? Лиз, ну прекрати, ну, блин, ну хватит. Ладно, я же попросила тебя, не надо. Сейчас, я сюда начну. Куда? 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 Сейчас, хорошо. Что ты меня Санечка, отойди, Саня, отойди. Стой, Оля, стой. А теперь улыбнись. А теперь открывай глаза, челлендж закончен. Не 24 часа, но 6. Куда ты меня забила? Это ты. А ты как здесь? Почему я здесь отстала? Потому что я переступила шутку. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Вот колокольчик самое важное, ребят. Обязательно. Честно. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на вот этой девочке канал.
всех сильно-сильно люблю. Обязательно колокольчик, ребята. Нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о моих новых видео. Всех сильно-сильно люблю. Пока!